Магазин VIPTIME представляет обзор наручных часов Восток Европа Луноход. Часы продаются вот в таком вот пластиковом водонепроницаемом кейсе. В комплекте идут часы, отвертка для самостоятельной смены ремешка и, соответственно, дополнительный кожаный ремешок. Такой достаточно толстый. Также паспорт на часы. Все часы Восток Европа перед продажей проверяются на водонепроницаемость. Вот они прошли давление 31 атмосферу. Механизм в часах японский, с функцией вечного календаря, то есть вам не нужно беспокоиться и переключать раз в 2 месяца 30-31 число, то есть часы это все определяют автоматически, високосный, невисокосный год и прочее. Вверху индикатор, он показывает текущий режим работы, сейчас часы в функции хронографа, то есть если мы нажмем верхнюю кнопку, запускается секундная стрелка хронографа, а внизу индикатор на 24 часа, то есть максимальное время измерения одни сутки. Останавливаем, сбрасываем его в исходное положение. Нижняя кнопка переключает режим работы часов. Нажимаю. То есть они показывают сейчас текущий день недели, а именно понедельник. Таким полумесяцем показывают дату 12 февраля. Так, а это второй часовой пояс. Безель вращается в одном направлении против часовой стрелки. На часовых стрелках и метках установлены колбы с тритием. Тритий — это газ, который подсвечивается в темноте и светится более 15 лет. В положении 10 часов расположен автоматический гелевый декомпрессионный клапан. Также тут мы можем видеть серийный номер часов. Их было выпущено всего 3000 экземпляров. Ремешок очень приятный. Силикон. Там такая задняя крышка. Несмотря на свои габариты, часы очень хорошо сидят практически на любой руке. Для заказа часов заходите на наш сайт viptime.ru. Спасибо за внимание.